По данным синоптиков, в ближайшие дни в городе пройдут осадки. Подробнее прямо сейчас. На Южном Урале облачно, дожди, о температуре в городах. В Садке, Златоусте и Верхнем Уфале плюс 14, в Троицке и Южноуральске плюс 17, в Магнитогорске и Карталах плюс 22. Температура воздуха в ближайшие дни. В ночные часы поднимется до плюс 10, а в дневные до плюс 16. На этом все. Я желаю вам хорошего настроения. Увидимся на 31-м.